Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить гороховый суп с копченостями. Сначала мы замочим горох. Лучше это сделать на ночь, но если не получилось, то хотя бы часа на три. Уже набухший горох мы отправляем в кастрюлю, в которой будет вариться суп, и добавляем воды. Столько, сколько нужно. После этого отправляем нашу кастрюлю на огонь и ждем того момента, когда горох закипит, чтобы снять образующуюся пену. Далее убавляем огонь и при тихом кипении варим часа 2, чтобы горох стал мягким. Пока что соли не добавляем. Ну вот, прошло 2 часа, горох почти готов, и мы добавляем к нему порезанный картофель. И продолжаем варку. Ну а в это время занимаемся приготовлением зажарки. Обжариваем лук, к нему добавляем морковь, хорошенечко размешиваем и слегка обжариваем, и после этого добавляем копчености. У кого какие есть? У меня это свиная копченая рулька. Все продукты обжарились, картофель и горох уже приготовились, и теперь нам остается в кастрюлю добавить пару лавровых листиков, перец горошком, и отправить туда нашу зажарку. Все хорошенечко размешать, и после этого мы теперь уже можем добавить соль. Соль у меня в виде универсальной приправы, которая содержит помимо соли еще и различные травы и коренья. Но обязательно в гороховый суп добавьте укроп. Он только обогатит вкус нашего супа. Хорошенечко все перемешиваем. Убавляем огонь на минимум, ну а если это электроплита, то соответственно мы просто-напросто ее отключаем и даем настояться с полчасика. Наш суп готов. Разливаем по тарелочкам и приглашаем к столу. Приятного аппетита! Ну а вам, если понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч!